Все быстрее, давай закручу. Все хорош. Короче, ребят, сейчас вам вопрос. А, это Евгений. Сколько время? Да, вот. Блин, там фонари палят. Вот. Блин! Колено! Твою мать! Прям чашечкой в жопу эту. Блин, как больно это еще снимать. Реально, ребята, он, короче, вот самый угол колено. Покажи дырку. Немножечко есть. Короче, ребят. Реально везде. Кстати, надо, знаешь, что снять? Я всегда хотел показать, какой цвет у меня дом. Смотрите, как он. Видно, что он разноцветный, нет? Да. Доброй ночи! Короче, ребят, сейчас 3 утра. Я приехал всего лишь час назад, и уже капец как рассветлело. Безумный Влад попросил сделать сигну с какими-нибудь видеоблогерами. Он сделал со мной. Вот, и короче, ничего себе, 11-минутный ролик рендерится час. Сколько время? 3:19. Короче, ребят, мы проснулись, и сейчас мы будем продавать сигны, барыжи сигны. Короче, Жека предложил барыжи с сигнами. Чего это Берик предложил? Да. Берик написал, смотрите, каким почерком кривым. Да, у меня самый офигенный почерк. Смотрите, я немного матраса сломал, походу. Он вроде как нормальный, а вроде как и нет. Он сейчас с одной стороны вот такой вообще прям жирный, а с другой стороны какой-то... Стрёмный. А поли, так он тут сдулся, а там надулся. Как так-то? Что он... такое? А хрен знает, он через всю эту... Через все воздушный поток и прошёл, туда зашёл. Но он, главное, и не выходит оттуда, да? Ай, блин, я ногу поцарапал. Я об этот сосок, короче, шибанул пальцем. А это тот самый бесстрашный переход, в котором Жека шел, когда у него было 80к. Вообще, наоборот, опасно. Это не бесстрашно. Ты же бесстрашный? Да. Значит, он стрёмный. Ну вот, и короче, я уже стремаюсь, если сейчас немного. Вот такие соскальзом по лесу. Жека спрашивает, зачем я ее засовываю в бокс. Да. Хочешь узнать? Да, подкидывай, чтобы она ебнулась. Не докинул этой травы. Поэтому я ее в бокс и засовываю. Ёпт! Ой, блин. Она уже прочекнула, что я снимаю. Ах ты, скотина! Ты что сделал? Будешь? Давай. Ну реально вкусно, попробуй. Пошел. В смысле, ты. Это кисловатый соус не потянет. Ну и что? Он на говно похож. Стоит, ждет. Ну что ждет? Смотри, смотри, блин. Это что такое? Берик, ты видал? Что это такое было? Берик, а что такое было так что? Я не знаю. Это кто? Я убивала, всех убивала. Чего мы спалили? Почему ты к нему пристала? Мне скучно. Тебе скучно? Давай сфоткаемся. Конечно. Вот, короче, ты сейчас подходишь, говоришь. Так и так. Вы на YouTube снимаете? Да. А как канал называется? Берик и Жека Микс. Все два раза. Сейчас она чекнет мой канал, скажет, что это за говно и это самое. Ну как ты думаешь, сколько у нас подписчиков? 800, может. Или если мы начинающие. Это есть? Его канал. Ух ты! Это первое. Ну то есть название, думаю, запомнила. 800. Ты посмотрел, сколько подписчиков-то, нет? Что? Посмотрел, сколько подписчиков? Да. И... 100 тысяч. Сейчас мы к вам еще подойдем. У нас, главное, ни одного видоса нет с нашими лицами на канале. Хотя есть.
Ну там она не найдет по-любому. Не, там, где вы на желание фигачились, конечно, есть. Ты думаешь, она их сейчас найдет? Она сейчас посмотрит игры и скажет: да пошли, я с вами в кино давайте, не пойду. Давайте. Не тормози резко тут. Через 5 минут начало. О, о. Сколько стоит? 500. А, 320. Возьми на всех хотя бы тогда, да. Здравствуйте. Можно 3 на астрал? Через 5 минут, который будет. А студенческому есть скидка? У нас в понедельник по среду скидки все. То есть сегодня нет? Ёпта. Короче, посередине. Все. Можно где-нибудь на последнем ряду посередине? Вода, вода. Мне просто литр воды нужен обычный. Мне кажется, или это читы, они запрещены? Я снял это. Я заснял. Так, смотрите, засовываем. Так, чирик. И пуск. Заебись. И что дальше? Ну, на тебя льется вода, нормально. Ты, может, бутылку бы подставил? А может, ты попьешь так? Ты дебил, на камеру, идиот. Попили хорош. Хоть одну каплю покажи. Цик-цик, ты кира. Ну ладно. Ладно, уходим. Хороший.
Дайте пожрать, суки. Мимо, блин, так ему кушать нечего. О, смотри, откручивай. Чё? Да вот эту, саму вот эту штуку откручивай. Быстрее давай. Столько добра нахуй на улице стоит. А, это для улицы. Сейчас, бля, погоди, нахуй обратно закручу. Да пофиг, давай сразу откручивай. О, смотри. Во, бля. Хуй, там целый бутыль квасова. Выливай, короче. Целый бутылка. Я тебе говорю, прикинь, как я легко ночью, во тьме ночной при свете дня, часов 12, спижу я тебя. Прикинь, ну, такая, ты прикинь, ты прикинь, такая вот бандура дома будет стоять с квасом. 30-литровка. Это же... 30 литров, что ли? Ну. Ну-ка, интересно, попробуй поднять, слышишь? Попробуй поднять. Вот так вот, если фига. Все быстрее, давай закручу, все хорош. Да ладно. Не, а надо во тьме ночной при свете дня эту штуку унести домой.